пойдем, да, с тобой, Лендусь? Капец, вот под ногами одни стекла. Приходится, блин, самокат вообще нести. Лендусь, пойдем в обход, Заинька, пойдем. Пойдем в обход. Гребаный город. Пойдем, Заинька, сюда. Так каждый день, чтобы погулять, куда-то выйти, нужно километр пройти по говну по такому. И так вот уже полгода и больше. Иди сюда. Так, а где же нам теперь пройти-то? Ай, блин, мы прошли, куда нам идти? Иди сюда, иди сюда. Надо было там срезать, в кусты. Кусты. Ты ж тут нигде не пройдешь. Все через кусты. Это через тропы. Надо ходить. Вон, смотри, там какая сирень. Мы сейчас там мы пройдем. Через сирень, через это. Давай скорее сюда. Чего ты боишься? Иди сюда. Иди скорее, на... около дороги стоишь. Давай, иди сюда. Ну, пошли, пошли, пошли с мамой. Не бойся. Вон как красиво тут вон, сирень какая растет, смотри. Смотри, Лендусь, какая сирень. Смотри, как красиво. Ой. А запах-то. Ой, запах какой. Ой. Красота. Да. Не, хорошо же сейчас на секторе здесь. Вроде рядом с городом. И вроде частный сектор. Кайф. Вот вам и дорожка более-менее нормальная. Да, Линда? Сейчас мы немножко пройдем и встанем на самокатик на наш. На автобусе мы больше не ездим, потому что мы теперь брезгливы окончательно. Теперь мы только на самокате ездим. Сейчас мы до туда дойдем, до мостика. Смотри, как красиво. Смотри, вон ребята там что-то ловят. Хорошо, блин, тут вообще. Красота. Речка маленькая, там домики, частный сектор. А там уже парк. Финский туда идет. Красота. Стой, мама приблизит немножко. Красиво. Мне почему-то очень нравится здесь вот по аллее по этой идти. Напротив летнего сада. Здесь такая классная аллея. Такие деревца стоят. Да, Лендусь? Да? Пить хочешь? Сейчас, Занька, я тебе дам попить. Сейчас мы дойдем до остановки, я тебе дам попить. Пойдем, пойдем. Сейчас мы пройдем, немножко доедем, а я тебе там дам попить. Погода, конечно, не очень хорошая. Прям летняя. Хотя многие одеты не по-летнему. Многие, видимо, еще не поняли, как это лето быстро наступило, потому что дома просидели. Сейчас пойдем. Любит попрыгать. Только смотри, он на водосток не прыгни. И оп. Аккуратно, аккуратно. И оп. Стой, там дорога. Стой. Дошли до Октябрьского проспекта. Нет. Да, Занька, я тоже возмущаюсь. Видишь, тоже возмущаюсь, да. Да, Заюсенька.
оставили, короче, кассу прям вон на входе, он там. Он там не видно через стекло. Капец, конечно, вообще. Какой-то дурдом у нас творится в городе. Просто дурдом, это по-другому не назвать. 1000 заболевших по статистике. В этой статистике бессимптомных дофига. Чего не могу. Бесит так это все. Просто невозможно. Тут, значит, на вынос в максимум. Сейчас придем, там можно свободно заходить в магазины. Двойные стандарты. Занька, пошли. Ну вот, ребята. Максимум сработает почему-то, да? Почему-то все нормально работает. Не, я очень рада, на самом деле, что тут хотя бы тут что-то работает. Можно пройти по магазинам. Кстати, вот здесь очень классные роллы. Самые вкусные роллы, которые я пробовала. Они просто охрененные. Обязательно попробуйте. У нас вот такой прикид, смотрите. Горит, но ничего не открыто. Все закрыто. А мы сейчас пойдем в фикс прайс. Да, Линдусь? Мы сейчас в фикс прайс с тобой пойдем. Книжку какую-нибудь купим. Интересно, да? Для детишек. Книжечку купим. Линдусь, пойдем вначале попьем немножко, а? Пойдем попить сядем. Иди сюда, Зайенька, вначале попьем. Ой, что уходи. Такое? Кто? Пупсики. А, пупсики, да? Пупсики. Пойдем книжку выбирать, слышишь? Ну, Зайенька, тебе это не надо, у тебя уже есть такое. Пойдем. Пойдем книжку выберем тебе с наклейками. Пойдем. Ну, какой скидки, игрушки, наверное, это какой-то. Книжки, да? Книжки с наклейками. Давай искать, что у нас нету. Да? Какой книжки у нас нет? Мне кажется, мы уже с тобой все скупили, что только можно. Это 5+. А, да, это 5+. Это нам еще рано. Нам еще такие рано. Ой, это тоже рановато с котом. А это что такое? Приключения для малышей. Нет, с текстом нам еще не надо. Зай, я думаю, что надо вот тут снизу смотреть. Смотри. Тут, хотя тут тоже какие-то все для взрослых. Тоже с текстом нам пока рановато. Да, нам с текстом пока еще не надо. Нам надо поменьше что-нибудь. Чисто книжка с наклейками Барби. И тут чисто одни наклейки. Сколько она стоит? Сказочный патруль. Поезда, тракторы, машина. Ну, для девочки как-то не очень подходит, да? Так, балет у нас уже есть. В стране единорогов. Ну, тут что-то не очень как-то. Так, это у нас тоже есть уже. Кледя! Тут с текстом надо. Кледя! Что там? Это клей, да? Кледя! Кледя! Ну, вот можно вот эту, может, взять. Да, вот это можно взять вот такую вот. Мама. Зайка, ну не мешай, мама, это мы точно возьмем. А эту я смотрю, что тут еще. Вот это у нас тоже уже все. Там уже все одинаковое, да? Это у нас уже все такие книжки есть, да, с тобой? Иди сюда, Линда. Маску одень. Вешалки. Может, вешалок купить нам с тобой? Хотя нам с тобой их некуда класть. 3 штуки. Десять штук за 77 рублей. Не, не, не,
хочу сегодня тащить. Пойдем, Данька. Бахилы. Коробки. Пойдем, блин, доченька. Блин, какие классные миски для котов, а? И собак. Вообще офигеть. Какие красивые. Массажер. А это что? Что, Занька, подожди. Мама смотрит, как... А можешь поменять, ну, тон? Ну, так тепло теперь. Угу. А если вообще выключить? Опа, сразу видно как. Угу. Решили поехать домой другим путем. Но тут асфальт, конечно, вообще очень плохой, поэтому мы немножко пройдем. Хотели зайти в Спортмастер, зашли, там, короче, на входе у нас есть какая-то тетенька, говорит, без перчаток нельзя. Я говорю, ну мы тогда не пойдем, задолбали уже. Линда, отойди секундочку сюда. А, вот сейчас вам покажу, блин, какой разведен вообще бардак. Идешь спокойно, хера какая-то, блин, какой-то ров. И вот так везде по городу. Все расхерачено. Пойдем, Линдусь, обходить. Иди сюда. Ну это просто какая-то задница. Идешь, Заюченька, иди. И вот так везде. Смотри, не провались. Иди, иди сюда, не бойся. Давай, давай, иди. Не бойся без мамы, ты сможешь. Иди. Ничего тут страшного нет пройти. Ну, вот молодец. Пойдем дальше. Вот многие люди говорят, надо быть позитивными, надо позитив видеть. Я тоже пытаюсь быть позитивной. Я даже над этим работаю, да. Но когда я выхожу на улицу, вижу эти раздолбанные дороги. Какой позитив. Да, Линдусь? Ну, что ты там тянешься? Что у тебя во рту? Что ты, слюну набрала опять? Ну-ка, выплюни. Ну-ка, выплюни. Что у тебя во рту? Выплюни все, что во рту. Вот правильно, выплюни. Нечего держать. Стараешься быть позитивными, но невозможно. В этой стране позитивно быть невозможно. Либо буддистом, либо нет. Ну да, может, только буддисты смогут быть позитивными. Надеюсь, что мы не заблудимся и выйдем здесь куда-нибудь. А, да, не, выйдем, конечно, выйдем. Конечно, выйдем. Такой частный сектор прямо в городе. Да, Линда? Классно, да? Пойдем. Пойдем, нам сюда, наверное. Да. Точно, нам сюда.